Добрый вечер, коллеги. Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, все ли в порядке, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Вебинар, который посвящен торговой стратегии парный трейдинг, ее еще называют стратегия хедж-фондов. Саму часть информации по стратегии будет рассказывать мой коллега Фредерик Даниэль. Он представится чуть позже, а я пока расскажу основные моменты. И, собственно, мы с вами проверим, чтобы все было в порядке, все работало. Отлично. Да, вижу, что плюсики пошли. Это прекрасно. Перед началом нашего вебинара, как всегда, предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Ну и то, что важно в рамках данного вебинара, вся информация, которая дается в ходе этого вебинара или всех других вебинаров, которые проводит компания Admiral Markets, не может восприниматься как прямая рекомендация к действию, а проводится только в целях вашего обучения и ознакомления. Представлюсь для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах. Меня зовут Исаков Роман. Я несколько презентую, да, сейчас компанию, затем я передам уже слово Фредерику, трейдеру с почти 20-летним. Опытом в сфере трейдинга, в сфере инвестиций, который поделится с вами некоторыми секретами торговой стратегии и расскажет уже подробнее о ней. Прежде чем мы начнем, вот я хотел бы спросить, какое у нас количество участников пришло впервые на наши вебинары. Поставьте, пожалуйста, цифру 1, кто пришел первый раз, а те, кто уже, соответственно, не первый, поставьте цифру 2. Давайте в чате вот посмотрим, какое у нас количество людей, да, преобладает, да, кто постоянно посещают наши вебинары или те, кто только начинает. Для тех, кто, опять же, присутствует впервые, я поясню. У нас есть окно чат справа. Там есть кнопка, где написано «Видите сообщение». Туда вы можете писать ваши вопросы, ваши сообщения и нажимать кнопку Enter. А кнопки «Отправить» отдельно здесь нет. Поэтому просто написали, нажали Enter и, соответственно, уже мы получим от вас сообщение и увидим. Пока преобладают те, кто ходит постоянно, либо новые слушатели несколько стесняются, но здесь важно, чтобы все вопросы, которые у вас есть, были отвечены, поэтому не забывайте их писать, не забывайте их задавать для максимально эффективной работы. Ну, я расскажу несколько слов о компании. Мы с вами начали с вопроса о рисках, и один из важных моментов в работе трейдера – это выбор надежного партнера, которым для вас может стать компания Admiral Markets. Здесь очень важно выбирать для себя лицензированного брокера. Компания Admiral Markets обладает лицензией FCA, которая является достаточно жесткой для компаний и очень интересной для трейдеров. К примеру, средства трейдеров, они защищены до 50 тысяч фунтов стерлингов на тот случай, если с компанией что-то случится. Помимо надежности, компания Admiral Markets предоставляет большое количество дополнительных сервисов, такие как платформа Supreme Edition для 4 и 5 метатрейдера. Сегодня Фредерик тоже будет затрагивать некоторые ее аспекты, поэтому я думаю, что в ходе вебинара вы онлайн уже сможете на нее посмотреть. Ну и такие параметры, как настройка защиты от волатильности, которые уже помогают минимизировать риск при торговле на новостях. Об этом мы рассказываем на нашем YouTube-канале, на который я также всех призываю подписаться, чтобы получать уведомления уже о новых видео, о новых трансляциях. И там вы сможете найти более подробное описание данной стратегии, данных параметров настройки защиты от волатильности. По вводной части я, в принципе, все рассказал. Я вернусь к вам еще чуть позже, уже после того, как Фред расскажет основную часть вебинара. Прошу прощения, здесь дата у нас стоит 19 октября. Последний раз вот мы проводили данный вебинар осенью, и сейчас у нас идет новый. Фред, если ты Добрый вечер, уважаемые слушатели. Поставьте плюсы, если слышно.
Вроде мне датчик показывает, что должно быть слышно, отлично. Я фрэк трейдер, торгую уже много-много лет, практически на всех рынках торговал, сейчас являюсь управляющим активами. На рынке практически 24 часа, но вот сегодня праздник на американских рынках, поэтому можно и вебинар провести. Аналитик, пишу статьи, публикации, разного рода тренинги веду. Это все мне очень интересно. Вообще все, что связано с рынком, мне интересно. Давайте перейдем к нашему сегодняшнему, да, к нашей сегодняшней теме. Мы будем говорить о стратегии, которая называется парный трейдинг. Ну, как видно из названия, парный, значит, там участвует пара, два инструмента. Суть трейдинга заключается в том, что мы находим на рынке два инструмента, которые очень сильно коррелируют. Что такое корреляция? Это когда они друг за другом ходят, то есть взаимосвязаны. А не то, чтобы одна акция или компания зависит от другой, или два инструмента обязательно имеют какую-то зависимость в прямом смысле. Нет, но они ходят одинаково, да, это факт. Есть такие инструменты. Ну, давайте навскидку кто-нибудь в чате скажите. Как вы думаете, какие два инструмента могут ходить большую часть времени одинаково? То есть расти примерно на одинаковую величину или падать на одинаковую величину? Вот жду от вас каких-то идей. Есть ли какие-то идеи по поводу двух сильно коррелирующих инструментов? Вот пошли уже версии, нефть и канадский доллар, нефть и золото, ну не совсем, конечно, нефть и золото ходят одинаково, но в какой-то группе, да, их можно группе отнести, сырье, иногда, да, они ходят одинаково. Евро и фунт, хотя в последнее время, конечно, корреляция очень сильно нарушена. JP Morgan и Bank of America, все верно, две бумаги. Brent и WTI, все верно, вот очень много было версий, отлично. Вот опять Ксения пишет, канадский доллар и нефть, потому что, да, это валюта, ее называют commodity валюта. Да, все, что с корреляцией выше 0,9, подсказывает Иван Голованов. Все верно. И Максим пишет, что у золота и доллара обычно обратная связь. Все, абсолютно все примеры верные, с тем лишь уточнением, что у всех этих примеров разная корреляция. То есть тут были примеры, у которых корреляция чуть ли не 0,96, то есть практически 100%, очень близко к этому, и пары, у которых корреляция достаточно низкая, но все же можно сказать, что время от времени они друг за другом ходят. Давайте я переключусь на презентацию и покажу вам кое-какие активы, ну, собственно, как их можно группировать или выбирать. Сейчас закачается здесь. Все время приходится на маках устанавливать какое-то приложение, чтобы оно, вот, установить плагин. И, надеюсь, сейчас я запущу с десктопа презентацию небольшую, а потом мы с вами практически посмотрим, как коррелируют несколько активов в специальной программе. То есть зачастую, чтобы узнать корреляцию, не то, что зачастую, уж точно, чтобы знать корреляцию и работать с ней, вам не поможет визуальное такое, визуальный осмотр двух активов. Вам нужна специальная программа, с которой я вас познакомлю, где абсолютно четко видны тенденции, как расходится корреляция, как сходится в числовом виде, да, вот прям в количественном виде. Вы можете оценить эту корреляцию, узнать, насколько она выросла или уменьшилась. Без этого никак. Это чуть ли не основная часть этой стратегии. Но начнем мы с другой части. Мы начнем с того, что просто поговорим о том, как выискивать эти инструменты. Они не всегда прям вот лежат на плаву. Их можно сразу... Да, вот, наконец-то открылась презентация. Я переключаюсь вот на файл. Вы видите на экране презентацию и написано, почему существует корреляция. Напишите плюсы, если видите. Хорошо. Итак, есть несколько причин, по которым два инструмента, казалось бы, абсолютно разные бизнесы. Ну, они не то чтобы разные, они, может быть, в одной индустрии связаны, но разные компании ходят одинаково. Ну, во-первых,
у нас пример даже было, JP Morgan и Bank of America. Это два американских инвестбанка. У них бизнес практически похож, рентабельность близкая, очень много всего похоже. Это такой типичный, стандартный, скучный бизнес, да, так скажем. Особенно если это коммерческие банки. И, конечно же, так как они находятся в одной стране, в одном секторе, в одной индустрии, и еще и банковский бизнес вот так вот похож, они будут ходить примерно одинаково, за исключением каких-то моментов, когда выходит отчетность по какой-то компании. Вторая причина. Часто маркетмейкеры котируют отдельно акции и ETF, фонды, в которых эти акции находятся. И чтобы поддерживать баланс, они зачастую докупают бумаги, если одна бумага растет, то и вторую докупают. Ну, то есть балансируют свои портфели, выводят их на нейтральность, так скажем, и это способствует тоже тому, что бумаги растут примерно одинаково или падают одинаково. Ну и вообще парным трейдингом долгое время занимались маркетмейкеры, хедж-фонды крупные. Но этот способ, эта стратегия, она доступна и обычным людям. И я сегодня об этом вкратце расскажу. Но давайте найдем активы, у которых корреляция достаточно высокая. Да? Ну вот, например, обыкновенная акция и привилегированная. Вы понимаете, что это один бизнес, одна компания. Просто две разные формы, юридические формы владения. Да, обыкновенная акция привилегированная. И, конечно же, они, ну, обязаны коррелировать. Они не могут в разные стороны очень часто ходить, потому что это, в принципе, одна компания. Ну, например, там, российскими акциями я давно не занимаюсь. Там Сургутнефтегаз привилегированный, обыкновенный или какая-то другая компания. В общем-то, один бизнес, только две разные формы владения акцией. Хорошо, второй пример. Акции из одной индустрии тоже, по идее, должны коррелировать, потому что большую часть времени в этой индустрии происходят общие процессы для всех. Ну, то есть, если инвесторы полюбили производителей слабоалкогольных напитков, допустим, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Monster и так далее, Dr. Pepper, то индустрия развивается примерно одинаково. Все бумаги или растут, или падают плюс-минус одинаково, пока какая-то из бумаг не будет сильно отставать или сильно опережать индустрию своими, допустим, рентабельностью высокой или еще чем-то. Дальше, вот чисто российская тема, акция и фьючерс на нее, в Америке нет фьючерсов на акции, или акции и ETF, в которые она входит, то есть фонд, торгуемый на бирже. Вот вам несколько примеров, еще есть commodities, то есть товарные, сырьевые, да, инструменты, нефть, то есть WTI и Brent. В принципе, это один и тот же инструмент, это один и тот же товар, но ввиду географического, да, различия в добыче, Brent добывают в Северном море в основном, а сорт WTI, Crude Light, он добывается в Мексиканском заливе, а значит, время от времени цены на эти активы расходятся. Кстати, сегодняшний пример будет как раз на эту тему. Да, и парный трейдинг бывает внутридневный и долгосрочный. Вы можете встать в актив, надеясь, что через пару месяцев корреляция снова будет сходиться, и вот такая большая разница между ними сойдется, или внутри дня, увидев, что внутри дня 90% времени активы коррелируют одинаково, вдруг произошло расхождение, там на 5-минутном графике, вы можете несколько центов взять вот с этого движения. Окей, а что вообще нужно делать для того, чтобы заниматься этой стратегией? Ну, для начала нужно найти коррелирующие акции, ну, или инструменты. Как их находить? Есть масса сайтов, есть масса разных. Вот здесь у меня внизу есть сайт, например, macroaxis.com. Там вы можете вбивать бумаги и видеть корреляцию. Вообще корреляция измеряется, я посмотрю в чате, есть ли вопросы, корреляция измеряется в процентах, ну или единица – это полная корреляция, ноль – это вообще отсутствие корреляции, там минус один – обратная корреляция. То есть если между активами корреляция 0,9, 0,95, это значит, что они очень сильно коррелируют. Не один. Ну, один редко бывает, это почти два одинаковых инструмента, так не бывает, да? Но близко к тому. То есть вы выявляете с помощью специальных сервисов программ, бесплатных программ и сайтов, выявляете бумаги, которые коррелируют. Но для начала нужно понять логику. Ну, например, вы не будете искать эти компании в разных секторах, не может коррелировать банковская бумага и производитель компьютеров. Нет, может, конечно, но это редко, навряд ли это произойдет. Далее вы вычисляете эту корреляцию, находите индустрию, изучаете ее. Ну, все это очень быстро делается. То есть вы должны понимать, что корреляция обусловлена чем-то, что у нее есть логика,
есть причины, по которой две бумаги коррелируют. Там JP Morgan и Bank of America, они обязаны коррелировать. Да? Дальше смотрите, насколько пара стационарна, изучаете ее. Дальше выбираете способ визуализации и начинаете визуализировать. Вот давайте я открою вам программу TradingView. Кстати, у меня там есть аккаунт. Вы можете вбить туда Фредерик Даниэль, но я позже напишу в чате. И очень хороший сервис следовать за моими какими-то идеями, лайки ставить, подписываться, то есть видеть, почти каждый день я публикую какие-то идеи, в основном основанные на техническом анализе, ну и на парном трейдинге тоже. Так вот, с помощью этого сервиса вы можете увидеть визуально, как коррелируют два инструмента. Вот посмотрите на экран, у вас на экране сейчас разница между сортом Brent, нефтью сорта Brent, и сортом WTI, crude light так называемый. Вы видите, что долгое время, с прошлого года, спред между ними, вот с марта по октябрь, пока не начались ураганы, вы видите, да, эти два графика, ну, надеюсь, видите, пока не начались ураганы, спред между ними составлял примерно 2,50, ну, в среднем, вот где-то вот здесь был, достигал там 4, иногда 4,5, падал там до нуля, но в среднем составлял 2,5 доллара. Ну, допустим, Brent стоит 52,5, WTI стоит 50. WTI стоит 60, Brent стоит 62,5. Вот такой был спред в среднем. Потом случилось что-то, а точнее ураганы, и разница между ними начала расти. Почему? Конечно, странно, что именно так получилось. Brent стал расти, а не WTI. Казалось бы, ураганы в Америке, должен расти сорт WTI, но на самом деле произошло обратное, вырос бренд. Почему? Потому что были заблокированы, так скажем, из-за ураганов порты, и вся добыча осталась в Штатах. Вся добыча нефти, она ее не смогли вывозить танками, потому что ураганы были, порты были заблокированы, и стал дефицит нефти, а бренд, наоборот, вырос из-за того, что дефицит. Вот, вот так вот немножко происходит. Это не важно. Нам абсолютно не важно, в какую сторону что пошло. Нам важно то, что спред расширился, он достиг почти 8 долларов, почти. А это повод для того, чтобы выйти на рынок и начинать торговать против этого спреда. То есть трейдер говорит, да, в такой ситуации, исторически спред был вот такой. На рынке нефти, в индустрии, в добыче, в спросе, в предложении мало что изменилось. Все изменения краткосрочные из-за ураганов, мы это понимаем. Не зря же они именно вот летом, в август, в октябре начали расти, в сентябре, в октябре. Все это случилось из-за форс-мажора, а значит со временем все уйдет, обратно вернется в круги своя, спред вернет свои 2,5, 3, 4 доллара. Пускай даже он будет чуть выше исторически, чем исторически был. Но никуда не годится спред в 6, 7, 8 долларов. Это форс-мажор, так долго не может длиться. И что вы делаете? Вы продаете бренд, который вырос в цене, и покупаете WTI. То есть вы маркет нейтральный. Почему маркет нейтральный? Потому что если нефть продолжит расти, не спред, а именно нефть, то вам все равно, у вас один контракт в лонге вы купили, другой в шорте, вы его продали. Тут теряете, тут зарабатываете. Нет, если нефть будет падать, то у вас наоборот куплен один, другой продан. Вы начнете зарабатывать на одном и терять на втором. То есть относительно рынка нефти вы не имеете риска, ценового риска. Вы маркет нейтральный, так говоря, да, рыночно нейтральная стратегия. Все, что вам нужно, это чтобы рассосалась эта ситуация со спредами, чтобы из-за форс-мажора, из-за урагана все вернулось обратно, как и было, и спред вернулся в диапазон, ну, пускай не 2,5, а обратите внимание, он даже вернулся в район 2, даже 1,8 было несколько дней назад, видите, как круто. Наконец-то через там несколько месяцев спред вернулся. Он, конечно, возвращался время от времени. Можно было закрывать позиции в район 4-5, возвращался, несколько долларов можно было делать. Но речь идет о долгосрочном вот рассасывании ситуации, о том, что спред, по идее, должен был вернуться, и он вернулся в прежний диапазон, в нормальный диапазон, когда он находился несколько месяцев. Вы видите, вот тут, начиная с конца 2015 года спред вот так и находится в диапазоне около 3 долларов. Иногда падает там минус 1 даже наоборот. Brent дешевле, чем WTI.
потом возвращается в диапазон 4. Вот задача парного трейдера распознать этот диапазон, установить уровни, где он будет входить, экстремумы и работать. Тут очень много хитростей. Мы вот сейчас делаем этот вебинар ознакомительный. Это не значит, что здесь абсолютно все секреты раскрыты и можно торговать. На самом деле, конечно же, если бы все было так легко, все бы торговали парным трейдингом. Еще одна программа, которую я хочу вам показать, это Thinkorswim. Сейчас я переключусь на нее, где точно так же можно... Если у вас есть вопросы, вы пишите по ходу дела, ну, как бы не ждите конца вебинара, потому что скоро я снова передам слово Роману. И вот давайте посмотрим. Так, я сейчас пишу БР. Минус CL1. Правильно ли я написал? Нет. Сейчас я посмотрю, тут тикеры немножко по-другому пишутся. Бренд БЗ. А, я неправильно написал. БЗ. Нет, опять неправильно. Еще раз смотрим. А, просто БЗ без 1. Вот, посмотрите, в другой программе я открыл то же самое. А тут, правда, до 8 доходило, прям очевидно, что 8 цифра была, а в предыдущей программе 8 не было. Ну, видимо, разные котировки. А вот такая же программа. Так, да, тут вопросы пошли. Сейчас я дойду до вопросов. А такая же программа, мы видим, как долгое время спред находился в очень узком диапазоне. Даже среднюю я нарисовал. Вот здесь линии, уровни, от которых можно откупать спред, от которых можно продавать этот спред. То есть мы не спред продаем напрямую, не покупаем вот эту разницу $3. Мы покупаем один контракт, продаем другой контракт. Вот в Admiral Markets он есть. Я, кстати, в MetaTrader тоже вам покажу. Визуализация уже через другую программу, через MetaTrader. Вот есть Chart in Chart, такое специальное приложение в Supreme Edition. Вы должны его закачать, оно бесплатное для клиентов Admiral Markets. И вы можете вот так вот визуально двигать один контракт и видеть, как меняется другой. Видите, я два графика сразу на экране открыл. Нет, я и так могу несколько графиков открыть на экране, но они не будут синхронно двигаться. А тут я вот так могу в истории копаться и видеть, что происходило в каждый отдельно взятый момент. Вот для этого нужно скачать Chart in Chart в Supreme Edition. То есть много разных программ, много разных возможностей видеть этот спред, изучать его. Но основная задача трейдера заключается именно вот в аналитической части. Нужно помимо вот этих технических возможностей понимать суть, уметь делать правильные расчеты. Зачастую, например, одна бумага стоит $100, другая 10. Если вы будете торговать на спреде, у вас ничего не получится, потому что расширение спреда, если обе бумаги растут на 20%, то спред расширяется, хотя они одинаково выросли. Потому что для $10 20% это $2, для $100 20% $20. Поэтому если до этого спред был 90, то сейчас он будет намного больше, потому что первая бумага выросла до $12, а вторая до 120. И спред 108 долларов, да? 120 минус 12. Так что нужно уметь их к общему знаменателю приводить. Ну, я все это буду показывать на курсе. У нас будет курс. Он бесплатный, там только маленькое условие есть, об этом вам Роман расскажет. Так вот, давайте я на вопрос отвечу, потом продолжу. Программа называется TradingView. Это вот то, что я показал вам в первый раз. Это софт, там нужно иметь аккаунт. И сейчас я вернусь в TradingView и покажу вам, собственно, как подписаться на меня и видеть все мои идеи, которые я ставлю на рынке каждый день практически по разным форматам, по разным идеям. А вот здесь я добавлю в чат. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нужно завести аккаунт TradingView. Лучше в RU заводите аккаунт, потому что у вас тогда меню будет на русском, все будет на русском. Именно RU TradingView.com, а не просто TradingView, потому что тогда на английском будет.
Вот, и Фредерик Даниэль, подпишитесь, там справа можно кликнуть подписчики, да, подписаться. Окей, я пару месяцев назад завел этот аккаунт, буквально ну, свежий, 2-3 месяца, может быть. Так, идем дальше. Что я хотел показать? Да, на вопрос ответить. Как часто бывают такие ситуации, пишет Максим. По нефти, ну, не так часто, хотя вы видите, что инструмент даже в обычные дни дает возможность заработать. Спред уходит очень сильно вверх. Вы там должны для себя просто диапазон установить, понять, что нормально для двух сортов нефти, что является форс-мажором, и что делать, если что-то пойдет не так, ну, то есть спред расширится очень сильно. Ну, например, вы зашли $7 спреда, а у вас там 0,1 лот, то есть там, ну, не важно, сколько лотов, $100 у вас каждый доллар отнимает. Ну, и вы думаете, я $300 готов потерять на этой идее, если вдруг что пойдет не так, а если спред вернется обратно, я заработаю, допустим, 600, прям $2. Ну и все, на $7 зашли, на $9 вы выходите. То есть себе ставите стоп-лосс мысленно, что как только спред дойдет до 9, я не буду ждать. Или наоборот, вы половиной контракта заходите на $7 спреда и говорите, если он будет расширяться до 8, я добавлюсь, и вот на 10 я выйду. Ну то есть это уже техники риск-менеджмента. Как часто бывают, ну по нефти, вот вы видели график, осенью спред расширился очень сильно, и буквально зимой он снова сошел. Вот так несколько месяцев пришлось подождать. А на других каких-то активах даже есть внутридневные спреды, внутридневные инструменты пары. А ссылки на сайты, да, я вот дал, TradingView. А вторая программа называется Thinkorswim, TOS, да, сокращенно. Но ее сложно получить демку, ее нужно регистрироваться, это очень долго. Спред между марками глобально, ну, я бы не сказал, что он все время растет, потому что... Ну, мы видели на графике, что он вернулся в район 2, 3, сейчас 3, но до 2 доходил. А, значит, все-таки он вернулся. Ограничений в спредах, ну, на нефти я бы не стал ставить ограничения, ну, потому что если не случился какой-то мега-форс-мажор, когда, я не знаю, все нефтеперерабатывающие заводы штатов перегружены или испорчены, или еще что-то, и в Америке нефть, допустим, резко подорожала, потому что там, или наоборот, сырье подешевело, потому что никто не перерабатывает, все пытаются вывести, а в Европе, ну, то есть, если это не форс-мажор, то не может нефть дорожать, один сорт нефти дорожать против другого сорта нефти вечно. Чего не скажешь, вот я написал в чате, чего не скажешь про акции, там может выйти отчетность или одна бумага очень сильно просесть на какой-то новости нехорошей. Там да, там может быть, там нужно иметь четкие стопы, там нужно уметь выходить из позиции. А в нефти куда более безопасно делать. Еще один инструмент парного трейдинга – это индексы. Там же нет отчетности, там ни одна компания, она не может вас резко подвести. Потому что в S&P 500 компании, допустим, в Dow Jones 30, и вы торгуете на разнице. Такое тоже было где-то летом, мы, помню, проводили первый наш курс по парному трейдингу, это, по-моему, уже третий, вот осенью был, в октябре, и вот сейчас. Там тоже из-за диверсификации портфеля не может вечно, акции, входящие в Dow Jones, не могут обгонять S&P вечно. Рано или поздно, допустим, рынок поверит в более мелкие компании, ну, на фоне Dow Jones, S&P все-таки 500 компаний там есть и помельче, чем Dow Jones'овские, поверит и спред возобновится. Или наоборот, если есть терпимость к риску, а рынок больше гонит вверх средние компании, мелкие компании, а не Dow Jones'овские, крупные, там, Boeing, там, Microsoft и так далее, то рано или поздно он вернется обратно в качество и будут котироваться и крупные компании, да, в том ритме, в том темпе, в котором котировались акции из S&P. То есть вечно спред не может расширяться, вечно спред не может расходиться, рано или поздно это не приходит конец. Главное вовремя войти, главное поставить нужный диапазон, визуализировать правильно. Там много хитростей на самом деле. Какие инструменты? Ну вот нефть – это вообще идеально. Наверное, на втором месте индексы. ETF очень хорошо подходят под эту тему, потому что на ETF тоже диверсификация. Вот еще пишет Александр,
если брать CFD на кэш-индексы, да, то же самое сырье и фьючерсы на него. То есть можно и индексы брать, которые вот у вас MetaTrader кэш-индексы. Так, хорошо. Давайте вернемся к нашей теме. Я еще хотел вот что показать. Так, секунду. Да, важен еще выход, правильный выход. Зачастую, если вы зашли на хорошем спреде, на хорошей разнице, допустим, 7-6 долларов наверху, вовсе, может быть, даже не обязательно ждать возвращения в район 2. Вы просто можете выйти там 5 долларов, сейчас я переключу, на 5 долларов спреда и уже что-то заработать. То есть не надо жадничать. Очень важно, чтобы вы вовремя вошли на экстримумах, и не обязательно, то есть не факт, что спред вернется обратно в тот диапазон, где он был исторически. Этого может не случиться. Но важно, чтобы вы имели хоть несколько долларов прибыли, потому что парный трейдинг строится на всего нескольких долларах прибыли. Это не линейный, да, инструмент, где купили дешево, продали дорого. Тут важно, чтобы спред, который разошелся, который анормальный, как вы думаете, не должен таким быть и никогда не был, рано или поздно вернется, и вы ставите на это, и действительно он возвращается. А если не возвращается, вы выходите по какому-то стопу. Так. Корректировка на дивиденды. Ну, тут просто нужно знать в день, когда будет назначен дивиденд. Ну, мы сейчас в вебинаре не будем все это делать. Скорее всего, на курсе это делаем. Честно говоря, я даже не обращаю на это внимания, на эту корректировку. Она не очень большая, возможно. Хотя, если дивидендная доходность в среднем в индексе там 2-3% будет, да, средняя дивидендная доходность, и разделить на 4 мы получим в квартал, допустим, 0,8%, тут вверх, там вниз может быть существенно. Так, окей. Теперь, что касается валютных пар. Часто спрашивают про валютные пары, как быть с ними. Ну, скажу так, что вы можете попробовать, но мне кажется, корреляция между сортами нефти, между индексами в разы сильнее, в разы более логичнее, чем в валютах. В валютах понятно, если у вас на втором месте доллар, да, и там, то, конечно же, будет корреляция, хотя бы на 50%, потому что и там доллар. Но учтите, что на валютах, ну, во-первых, вы с плечом торгуете, во-вторых, на валютах расхождения могут быть чаще, процентные ставки, я не знаю, разные экономические данные, они так часто выходят, каждый день практически выходят, и это может сбивать. По нефти, например, ну, раз в неделю запасы выходят. Валютные пары более подвержены сильным изменениям. Да, кстати, Александр пишет, что есть кросс-курс, если что, можно через кросс-курс зайти, на тот же почти парный трейдинг получается, если вы хотите поставить на евро доллар, фунт доллар, то есть евро GBP, который будет отражать вам эту разницу. Вот в нефти нет такого, хотя есть всякие спреды, да, и на опционах, и на фьючерсах, но это немножко другое. Хорошо, у нас времени на самом деле не очень много, суть вебинара была познакомить вас вот с таким не новым, далеко не новым, но для большинства людей, которые с этим методом ознакомились, я сам узнал его в 13-м году. То есть, точнее, я узнал, сначала относился к нему несерьезно. Это было вот в Испании, где, когда я жил там, один каталанец рассказывал, что торгует парным трейдингом. Он, кстати, у нас на летних курсах был как гость приглашенный, несколько идей нам показывал. Так вот, сначала отнесся несерьезно, потому что на отдельных акциях очень сильно можно залететь. А потом, познакомившись с инструментами более стабильными, например, нефть, да, бренд и WTI, я стал понимать, что нет, все-таки метод достаточно интересный. Бумага, конечно, может разойтись очень сильно и закроет вас, даже по стопам не успеют закрыть. А в нефти, во-первых, торговля не сессионная, она
проходит, да, 24 часа в сутки практически проходит. А значит, стоп-лоссы будут лучше работать, да, если вы поставите хотя бы на одном инструменте, а другой закроете вручную. Мы же не знаем, где будет спред. А, так вот, познакомившись с разными инструментами, стал понимать, что метод достаточно интересный. ETF-ы, нефть, сорта нефти, индексы, по крайней мере, можно с ними работать. Стало понятно, что не все так плохо. Ну и несколько сделок, несколько раз прогнал разные инструменты. Единственное, свопы, конечно, не мешали по нефти. То есть раньше они высокие были в адмирале, потом их снизили. Ну, вы можете на демо это проверить, даже на спецификациях. Более того, посмотрите, здесь у нас у Admiral Markets на сайте есть масса новых инструментов, которые совсем недавно добавили. Вот посмотрите, например, сколько акций добавили буквально недавно, и огромное количество корреляций можно найти между этими бумагами. Ну, я не знаю, Intel IBM, может, не самый хороший, не самая лучшая пара. Ну, не знаю, давайте посмотрим, что здесь можно найти. Вот, например, я тут видел французские бумаги. UK, Нидерланды, сейчас Германия, вот Франция. BNP Paribas и Société Générale. Я как-то тестировал эту пару, очень высокая корреляция. Два французских банка, корреляция просто нереально высокая. Мы можем даже в MetaTrader открыть это все посмотреть. Там чуть ли не 0,96, по-моему, была корреляция. Дальше, ну, допустим, Adidas, давайте найдем, есть ли еще какой-нибудь производитель спортивной одежды в этом списке, очень много бумаг, нет, я не нашел. Вот еще две бумаги РВЕ, видимо, привилегированная и обыкновенная, видите, да, привилегированная и обыкновенная. Что еще? Deutsche Bank и какой-нибудь другой банк, вот можно посмотреть, два, Commerzbank и Deutsche Bank. Ну, полно идей, на самом деле, можно найти. А даже внутри одной страны, даже, может быть, разные страны посмотреть можно, хотя это не самая лучшая идея. Так что вот вам и целый огромный список, он не заканчивается, там, не знаю, сотни, тысячи, сколько бумаг буквально недавно добавили, и вот европейских в том числе. И среди них можно отыскать очень большое количество пар. Времени очень мало, всю методологию, как с этим курсом работать, как с этим методом работать, какие хитрости, подводные камни. Да, кстати, BHP Billiton и Rio Tinto тоже хороший да, вариант парный. Юрий, на курс попасть можно, сейчас Роман скажет как. И Александр, я понимаю, что много вопросов, но это настолько, я не знаю, более глубокий вопрос, что его нужно в цифрах разбирать, показывать. На курсе я покажу. Вот сейчас Роман, я ему передаю слово, расскажет вам, как попасть на курс. Он бесплатный, единственное, там что-то нужно открыть счет или что-то сделать. Всех жду на курсе, курс будет 28 числа. Предыдущие курсы прошли, вот уже два курса, может даже три было, не помню. Было до этого, все остались довольны, всем понравилось, благодарность писали, счета открывали, работали. Даже если вы откроете счет и вам не понравится метод, вы можете закрыть, снять деньги. Ну, то есть тут нет платы. За курс вы не платите за него, вы просто себе на счет кидаете деньги и работаете, а если не захотите, разочаруйтесь в методе, снимите и не будете торговать. Вот Ксения пишет, что было очень интересно, что она уже торговала парами, но не было полного понимания. Теперь вот получила, было показано, что можно пользоваться большим количеством инструментов и не только самым популярным. Спасибо, Ксения, спасибо всем. Роман, я передаю тебе слово, у нас уже 20:44, слишком... Не так много времени осталось. Да, я выключаю. Всем спасибо. Очень много людей добавилось в TradingView. Всем спасибо. Рекомендую хороший сервис. Следите за моими идеями. Если у вас будут идеи, а не пустой будет аккаунт, я тоже к вам буду добавляться. Лайкайте.
Спасибо большое, Фред, за презентацию, да, вот за то, что ты рассказал максимально подробно про данную систему. Единственное, что я попрошу тебя остановить свою демонстрацию экрана, чтобы я смог перейти к презентации и рассказать уже, каким образом можно попасть на полный курс по парному трейдингу, который состоит из 3 дней. Это получается порядка 8 часов занятий, которые будут насыщены информацией по данной торговой стратегии. То есть это будет, можно сказать, только практика. И сейчас я вернусь к презентации, расскажу вам чуть подробнее про сам курс и как, соответственно, на него можно будет записаться. Фред, отключи, пожалуйста, вот свою демонстрацию экрана, нажми «Остановить», чтобы у нас вернулась презентация. Итак, из чего у нас состоит курс? Да? Курс – это 3 дня, идет он в удобное вечернее время. Как по традиции мы планируем, это среда, четверг и пятница. Курс стартует 28 февраля, то есть чуть меньше 2 недель у нас остается до начала, то есть следующую среду он стартует. Второй день будет четверг и, соответственно, пятница. То есть будут разбираться все основные понятия по корреляции, как подобрать, как выбрать инструменты, какую платформу использовать, как с ней разобраться, как получить доступ в ту же платформу Sinkorswim, для того, чтобы уже работать на ней, искать корреляции. Во второй день будут разбираться уже различные другие способы, более детально основанные. На выборе инструментов, ну и далее уже основные аспекты, то есть такие ситуации, как есть исключения, да, в парном трейдинге, некоторые секреты и, в принципе, как работают маркетмейкеры с точки зрения того, как используют данную стратегию. То есть вот за 3 дня можно полностью получить информацию о том, как работает данная система и как ее уже непосредственно применять в реальной торговле. Я также напоминаю, что, во-первых, для тех, кто уже посещал данный курс, всегда будет возможность посетить его второй раз, второй, третий, со следующим потоком. Поэтому, если у нас есть те, кто уже посещал, хочет сделать это повторно, то мне напишите. А для тех участников, кто будет посещать его новый, то у вас такая же возможность будет. И будут даны также записи вебинаров, которые вы сможете потом пересмотреть для себя, да, для закрепления. Даются они по закрытой ссылке только участникам вебинара. Итак, что же нужно сделать, да, для того, чтобы принять участие? Во-первых, данный курс проходит только для клиентов компании Admiral Markets. Нужно сделать депозит на сумму от $200 либо €200 в зависимости от валюты счета. Минимальный депозит дает вам право получить доступ к данному курсу, получить доступ к записям вебинара и, соответственно, получить возможность посетить его повторно. При депозите от $1000 или €1000 Фредерик специально для вас проведет часовую консультацию уже после данного курса, где вы сможете один на один задать все вопросы и, что называется, вот для себя уже настроить данную работу. Для того, чтобы записаться на курс, нужно написать запрос на почту support.ru@admiralmarkets.com. Сейчас я ее напишу в чат. Вы для себя можете скопировать. Если вам интересен курс, то сразу же написать
на нее с пометкой «Парный трейдинг», для того, чтобы мы вас записали и, соответственно, уже приступили к следующим шагам. Ну и все шаги необходимо сделать до 28 февраля, то есть старт курса будет в среду в 20:00 по Москве. Все вебинары будут проходить в вечернее время, как правило, это удобней и комфортней. И, соответственно, все вебинары начинаются в 20:00. А еще один небольшой бонус для тех участников, кто еще не работает с компанией NeuroMarkets, у кого еще не было открыто реальных счетов, мы дополнительно предоставляем учебный счет на 200 евро. Это, ну, можно сказать, как аналог демо-счета, но с той лишь разницей, что прибыль с этого счета вы сможете перевести на ваш реальный счет. То есть это дополнительная возможность, во-первых, попробовать условия компании NeuroMarkets и получить дополнительную подушку для вашего реального счета. То есть это очень интересная возможность для новых участников, кто еще не имел в компании открытых реальных счетов. Ну и также вот Фред забыл упомянуть, у него есть Skype-чат, где собраны практически все трейдеры, кто и в том числе торгует эту торговую систему. И там вы также сможете после вебинара уже задавать ваши вопросы, делиться своим мнением и обсуждать ситуацию по данной стратегии, по данной системе. Итак, основные действия, да, еще раз я проговорю, которые необходимо совершить, это открыть счет, если у вас его еще нет, пополнить его на сумму от 200 евро, прислать запрос на почту support.ru@admiralmarkets.com, я ее приложил сейчас в чат, ну и успеть сделать все шаги до 28 февраля, до 8 часов, ну фактически включительно. Лучше, конечно, не делать это последний день, а по крайней мере за пару дней до. Для тех, кто присоединился к нам чуть позже, запись на данный вебинар будет отправлена всем участникам, кто зарегистрировался, вы его тоже сможете пересмотреть. И я еще вот в оставшиеся несколько минут готов ответить на ваши вопросы по участию. Если они у вас появились, то, пожалуйста, дайте знать, напишите в чат, я еще вот несколько минут готов ответить по всем вашим вопросам. Да, и опять же, еще раз напомню, не всегда ну, вот есть у нас название, да, учебных счетов, многие путают их именно с демо-счетами. Это тот счет, тот учебный счет, который вам дает возможность вывести прибыль до 200 евро на ваш реальный счет и продолжить работать с этими деньгами. Поэтому это также отличная возможность открыть счет компании NeuroMarkets, познакомиться с нашими условиями и получить такой небольшой запас. Владимир задает вопрос, будет ли на курсе Money Management по парному трейдингу. Да, конечно, данный вопрос тоже будет обсуждаться. И, безусловно, без Money Management здесь, наверное, никуда какую бы торговую стратегию не использовал. То есть можно даже все рассчитать правильно, но все равно нужно учитывать, что любая ситуация, любой торговый момент, он не может быть на 100% результативным. Я имею в виду результативным в положительном отношении. А здесь всегда смотрится на перспективу с ориентиром на среднесрок и долгосрок. Ким задает вопрос, а какие условия по выводу прибыли с учебного счета? Ну, условий здесь фактически никаких нет. То есть та прибыль, которая у вас будет до 200 евро, она переводится на ваш реальный счет, вы ее можете уже на нее торговать, либо выводить уже по вашему условию. То есть здесь никаких отработок не требуется. Вот там ограничена прибыль 200 евро. То есть вот получив счет на 200 евро, а прибыль вы сможете вывести только до 200 евро. То есть, соответственно, до этого, то есть у вас на счету 400 евро становится, и вот 200 евро вы сможете перевести на ваш реальный счет. То есть она ограничена, прибыль, 200 евро. Да, отвечу на ваш вопрос. Анна задает вопрос, чем выгодно хеджирование?
Попробуйте, пожалуйста, уточнить, если вы имеете в виду стратегию хеджирования как минимизация рисков, то она, безусловно, интересна, да, как элемент, да, парного трейдинга. В принципе, я думаю, что его можно назвать элементом хеджирования, да, то есть стратегия хеджирования, которая минимизирует риск как раз от, в принципе, ценового движения. То есть неважно, куда идет инструмент, вверх или вниз, а важно, что есть корреляция, есть расхождение по спреду с точки зрения парного трейдинга, и это дает возможность уже входить в рынок. То есть нет привязки именно к тому, упадет курс, да, или он повысится, а главное, чтобы инструмент в принципе двигался, да, вверх-вниз уже становится неважно. Да, отлично, коллеги, я думаю, что ответить уже непосредственно в личной переписке. Тогда на сегодня будем прощаться. Еще раз Фред, спасибо тебе за интересный вебинар. Будем всех ждать на данном курсе. Все ваши вопросы по участию присылайте на почту, и мы обязательно ответим и поможем, как это удобно можно сделать. Вы также можете воспользоваться контактами на сайте Admiral Markets. Либо позвонить, либо зайти в онлайн-чат. Любым удобным способом сможете связаться, чтобы ответить на вопросы. Мне всю ночь снилось слово хеджирование. Ну, значит, вы на правильном вебинаре. И значит, оно снилось не зря, что называется. А Владимир задает вопрос. Реальный счет в Адмирале было пополнено те же $200, но сейчас там средств меньше. Смогу ли я участвовать в семинаре? Смотрите, здесь условия для тех, кто уже торгует, да, те, у кого есть уже счета, необходимо сделать новое пополнение, вот начиная с 19 февраля, условно сегодняшнего дня, до 28 на сумму 200 евро. То есть здесь принимается именно по новым пополнениям. Для того, чтобы присоединиться к курсу уже повторно, да, дополнительно это уже не потребуется. То есть вы делаете это один раз, и, ну, соответственно, можете посещать. Ну, к тому же, для того, чтобы применять эту стратегию, нужно ее применять на чем-то, да, то есть нужен счет, на котором вы будете работать. Отлично, коллеги, тогда на сегодня будет